сейчас объявлю еще туда. Готовить надо. Минуту тут одна буквально. Ну, стоят цепь. Готовить надо. Как раз это подготовка, тебе и дают. Подарок нам сейчас, давай. Вы маленько прибавьте шагу, здесь разговаривать, там нельзя, сюда идите. Еще вы как мороженые какие. Маленько, поскорее, можем выйти сюда. Дай ей скорее. Так, послушайте объявление там. В Барнауле было время такое, красношлемые бойцы пришли к Казанской Божьей Матери иконы в монастырь, где-то в тюрьма, и вывели с настоятельности и расстреляли. И на том месте пробился ключ. И сколько советская власть не заваливала, там, наверное, со всего города свалка была. А сейчас отдали, там такой участок, наверное, вот до того домов вот так вот все это застроено, и течет вот эта вот вода, целительная называют. Мы специально ходили и принесли. Кому надо, можем налить. Вот все, ничего нет. Источник течет. Ну мы прямо к дому будем подходить, а вы выходите. Завтра нальем, подождите. Тогда держи, ты нальешь, нам оставишь. К батюшке подойдете, он нальет. У нас завтра здесь вот будет ярмарка. Вот. Ну да. Так, давай там рюкзачок ей дай, Анфиса. И возьми маску. Вот это человек, который считал. А что за человек? Это он чтец у отца Дениса. Я так и подумал. А что ж так, без бороды? Это экономия у нас такая. Да ладно, это не экономия, ладно.